В Кишиневе пасмурно и дождливо, а на севере выпал снег. Осадки зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на главных трассах страны. Снег выпал во Флорежском, Единицком, Рыжканском и Сорокском районах. По словам представителей госадминистрации дорог, к этому часу заблокированных трасс в стране нет, а движение транспорта проходит в зимних условиях, но без проблем. Между тем, синоптики прогнозируют слабый снег на всей территории страны. Столбики термометров покажут от 0 до 3 градусов днем и от минус 6 до минус 3 ночью.